Друзья, всем большой привет! Сегодня у меня для вас обзор из гипермаркета низких цен «Светофор». Это магазин «Маяк» по адресу город Ульяновск, проспект Созидателей, 116. В продаже появилась супер новинка. Вот только посмотрите, какая красота! Это сковорода алюминиевая с антипригарным покрытием и с ручкой с покрытием Soft Touch. Сковорода предназначена для всех видов плит. Диаметр 24 сантиметра. Торговая марка Сиеста. Здесь усиленное внутреннее антипригарное покрытие, а также прочное кованое дно с стальным диском. Нагревается сразу вся сковорода равномерно. Изготовитель Китай. Все здесь, вся информация о сковороде имеется. По цвету они здесь в ассортименте. Есть розовые. Кстати, все вот они такие яркие, модные цвета. Оранжевые. Вот 22 сантиметра сковорода. Покажу также вам цены. Друзья, из этой же серии посуды есть еще и сотейник глубокий. К сожалению, объем не указан. Диаметр 26 сантиметров. Он также алюминиевый с антипригарным покрытием. И ручка здесь удобная с покрытием Soft Touch. Сотейник тяжелый. В наличии в ассортименте по цвету. Изготовитель Китай. Цена 1062 рубля. А еще увидела вот сковорода 26 сантиметров, тоже такая же, тоже они здесь в ассортименте по цвету, очень яркая расцветка, красивые очень сковороды, стоимость 750 рублей. Эмалированные чайники тоже есть в продаже, они с очень красивым декором в ассортименте, объем 3,5 литра, цена 724 рубля. Следующая новинка – это плитка электрическая от торговой марки Irit. Она спиральная, диаметр конфорки 14 см, мощность плитки 1000 Вт, имеется световой индикатор работы, цвет белый в наличии, стоимость 435 рублей. А еще в продаже появились вот такие дорожные чайники электрические, мощностью 550 Вт, объем его 1 литр. Здесь бесшумное кипячение, корпус изготовлен из термостойкого пластика. Нагревательный элемент из алюминия. Стоимость 224 рубля. Производитель Китай. Кружка для чая с декором. Объем 350 мл в составе фарфор. Изготовитель Россия. Цена 89,90. Новинка. Стакан Касабланка от торговой марки Пашабахче. Объем 355 мл. Производитель России. Нижегородская область. Город Бор. В составе бурсиликатное стекло. Цена 62 рубля. А это кружка для кофе от торговой марки Пашабахче. Очень интересная кружка с ручкой на ножке, высокая такая. Объем 215 мл, в составе боросиликатное стекло, изготовитель Россия, цена 92,50. Также в большом ассортименте есть кружечки с дизайном бабочки и цветы. Они объемом 250 мл, здесь их огромное просто количество, изготовитель Гусь Хрустальный, стоимость 53,90. А это форма для выпечки диаметром 26 сантиметров. Называется она «Кружево» от торговой марки Пашабахче. Форма с антипригарным покрытием, стоимость 106,90. Смотрите, какие интересные кружки есть в продаже. Прям огромная такая кружка из фарфора с дизайном «Медведь». 400 мл объем, изготовитель «Беларусь». Цвет белый, цена 189,90. А еще есть очень красивые бульонницы, называется английский ситец, изготовленный из фарфора, объем 670 мл, диаметр 15 см, производитель Китай, стоимость 89,90. Из этой же коллекции, из этой же серии посуды есть вот такая тарелочка универсальная, диаметром 19 см, тоже в составе фарфор, цена 79,90. А еще привезли бульонницы с ручками, просто стеклянные, от торговой марки Luminarc. Так, изготовлены из натрия кальция силикатного стекла, производитель Франция. Объем 560 мл, цена 68 рублей. Еще одна новинка – это банка для сыпучих продуктов от торговой марки Пашабахче. Вместимость 920 мл, в составе натрия кальция силикатное стекло и пластиковая крышка. Цена 131,90. Есть точно такие же банки вместимостью 500 мл. Изготовитель России, Нижегородская область, город Бор. Стоимость 112,90. Новиночка. Это кружка для супа, стеклянная, с ручкой от торговой марки Пашабахче. Называется она «Шефс». Вместимость 600 мл. Изготовитель, Нижегородская область, город Бор. Цена 110,90.
Кружка пластиковая для хозяйственных нужд с удобной ручкой, имеется сливной носик, объем 1,5 литра. В составе полипропилен, в наличии 3 цвета, изготовитель Россия, цена 41,20. А это контейнер для овощей. Он с крышкой, изготовлен из полипропилена, производитель Россия, объем 10,5 литров. Цвет только такой, стоимость 204 рубля. Новиночка – это помпа аккумуляторная для воды от торговой марки Energy. Она мощностью 5 Вт, аккумулятор здесь 800 микроампер в час, зарядка от USB, шнур идет в комплекте. Работает от нажатия одной кнопки, трубка погружаемая, изготовлена из пищевого силикона. Изготовитель Китай, продается в коробочке, цена 312,50. А это набор вешалок для одежды. В наборе 10 штук разного цвета, они еще плюс с антискользящим покрытием. Изготовитель Россия, цена 153,90. Еще есть вот такие вешалки. Вешалка Велтон Парк для брюк. Покажу вам, как она выглядит. Сейчас без наклеечки найдем, чтобы прочитать размер. Размер 32×14×6,5. Возможно вертикальное и горизонтальное размещение одежды. Выдвижная конструкция штанг. Подходит для брюк, галстуков, рубашек и прочей одежды. По цвету в белом и черном цвете, цена 205,90. Еще одна новинка – это кухонное полотенце. Очень красивый дизайн. Смотрите, здесь несколько вариантов по дизайну. Качественные полотенца из 100% хлопка. Называются «Элеганс». Размер 35×60. Изготовитель – Республика Узбекистан. Хорошенькие такие. Цена 46,20. В ассортименте по цвету есть кашпо для цветов, называется «Вдохновение». Они пластиковые, объем 7,5 литров, цена 351 рубль. А еще есть кашпо «Топаз», 2,5 литра объем. Посмотрите, в каком большом ассортименте по цвету они здесь. Тоже в составе пластик, цена 289 рублей. Следующая новинка – это этажерка для обуви, трехъярусная, прямоугольной формы. Она сборно-разборная, изготовлена из пластика, цвет в наличии только черный, производитель Россия. Размер 52,5×41×33 см, цена 497 рублей. В продаже появился новый кондиционер для белья Master Fresh с ароматом «Цветочная мелодия». Это концентрат, объем здесь 5 литров, стоимость 499 рублей. А еще в наличии есть еще один кондиционер от торговой марки Celesta «Вдохновение свежести». Этот кондиционер универсальный, продается в пластиковой бутылке, объем 2 литра, изготовитель Россия, цена 140 рублей. Еще одна новинка – гель для стирки белья Vitano. Предназначен для стирки изделий и из любых видов тканей, кроме шерсти и шелка. 5 литров, цена 412. Также есть гель-концентрат для стирки от торговой марки Edel. Подходит для всех видов тканей при автоматической и ручной стирке. Объем здесь 3 литра. Производитель России, Нижегородская область, город Дзержинск. Стоимость 287,70. Еще одно средство для стирки – это гель «Лоск», ароматерапия, эфирные масла «Орхидея» и масло «Макадамия». Он розовый по цвету, жидкий. Объем здесь 1460 мл, изготовитель «Россия». Так вот выглядит флакончик. Стоимость 329 рублей. А еще привезли антистатик, называется «Лана». Нейтрализует статическое электричество, устраняет прилипание для разных поверхностей. Объем здесь 200 мл, цена 82 рубля.